Зухаир Мурат – ливанский дизайнер одежды, основатель модного бренда, который выпускает коллекции вечерних и свадебных платьев, одежду и аксессуары. Это мой один из самых любимых дизайнеров – Зухаир Мурат. Его наряды – это просто воплощение женственности и роскоши. Вечером 4 августа в Бейруте прогремел взрыв, в результате которого были уничтожены целые жилые кварталы и пострадали тысячи людей. Среди них оказался и Зухаир Мурат. В своем инстаграме он написал: «Мое сердце разбито, я не могу перестать плакать. Многолетние усилия просто испарились в одно мгновение». В своем интервью он рассказывает: «Мы вышли из офиса за 10 минут до взрыва. Вы не можете представить, каким был громкий звук. Я увидел этот огромный гриб над местом трагедии. Всюду лежали люди и осколки. И выли сирены. Чуть позже я поднялся в свой офис, чтобы оценить ущерб. Наши мастерские, бутики, кабинеты занимают 11-этажное здание. И просто стоял там и плакал. Ничего не мог с собой поделать. Разрушены все наши помещения. Пропал весь наш архив. Не осталось ничего от новых коллекций, которые мы уже пошили для будущего сезона. Все потеряно. Усилия стольких людей за одну секунду были полностью стерты. Нам придется все начинать с нуля, но мы стойкие и амбициозные. Мы не будем сдаваться», – признался дизайнер. Сейчас в Ливан из всего мира люди жертвуют большие суммы денег, чтобы помочь людям и государству восстановить город. И пусть, несмотря ни на что, Бейрут заново оживет из тех каменных обломков, и модные дома будут радовать нас новыми коллекциями. Пусть будет мир на нашей земле. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч в других видео.